Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. У меня срочная новость для тех, кто хочет в событии клановый вызов забрать себе супер-вафельку вот эту Райтера. Так вот, ребят, наконец-то сбылась моя маленькая-маленькая мечта в разрезе этого ивента. Мне было очень сложно набивать вот эти медальки. Как видите, результативность не очень хорошая. Ну и, честно говоря, медали эти получить не так уж и просто, как мне кажется, среднестатистическому игроку. И разработчики сжалились и дали нам возможность в течение 5 дней, ну, в моем случае 4 дня, 17 часов, получить аж 300 халявных слитков, и это очень-очень круто. Единственное, что для этого необходимо сделать, ребят, здесь в описании этого не написано, но по бегущей строке становится все понятно. Победить в 45 боях в клановом взводе. Короче говоря, со своими соклановцами. В целом, ребят, если разделить 45 побед, да, на 5 дней, я бы сказал, что шансы очень-очень велики. Поэтому, ребятки, не пропустите этого момента. Если вы мое видео смотрите раньше, чем заходите в игру, не пропустите возможность получить дополнительных 300 слитков и существенно, ребят, увеличить вероятность получить эту машину на халяву или практически на халяву, доплатив совсем чуть-чуть голды. Я очень сильно хочу эту ПТ-шку получить. И конкретно вот эта новость меня обрадовала, ну, прям совсем-совсем. Ну что, ребят, в бой. Всем удачи, всем получить супервафлю, кто ее хочет, сделать 45 побед. Но, ребят, если вы за свежие новости, за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал, я всегда буду вам рад и отблагодарю вас исключительно честными видео о том, как играются танки в среднестатистических руках, без всяких прикрас и от чего же именно стоят товары в магазине и стоит ли их покупать. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно, как всегда, спокойствия.